Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я софтвер-тестер. В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нам нужно переправиться с этого берега на тот берег. И таких людей, которые мне помогали в моей жизни, было очень много. Но один из них запомнился особенно. Это Михаил Портнов. Несколько лет назад я искал работу, и найти ее было довольно сложно, потому что в Петербурге есть, назовем это так, дискриминация по возрасту. И в некоторых местах мне отказывали не потому, что я был недостаточно хорош, а просто потому, что они хотели кого-то помоложе. И я стал искать информацию о том, как правильно проходить собеседование, как правильно вести себя на собеседованиях, как правильно отвечать на вопросы и как правильно составлять резюме. И среди многих источников информации я нашел YouTube-канал Михаила Портнова. На этом канале я довольно быстро научился все правильно делать, очень быстро нашел работу, потом другую, потом третью. И сейчас я работаю в очень крупной международной компании на позиции software и hardware тестера. Мы разрабатываем, а я тестирую, решение релейной защиты автоматики для электросетей. Я уверенно смотрю в будущее благодаря Михаилу Портнову. Я надеюсь когда-нибудь пожать ему руку, приехав к нему. И я очень благодарю его за все то, что он сделал для меня и для всех других людей, которые достигли успеха с его помощью. Большое вам спасибо, Михаил. Здоровья вам, счастья и удачи во всех делах.